Во-первых, я обитаю даже в том минимуме информационного пространства, в котором я существую, наслышан о большом количестве конфликтов, связанных просто с усыновлением наших детей. Мы всеми предлагаем их оставить здесь, чтобы они непонятно как учились, непонятно как выживали, умирали от болезней, от которых вылечиться они не могут, потому что нет денег, препаратов и средств. Но вот теперь отдельно у нас ситуация с усыновлением геями. Вы знаете, гомофобия — вещь плохая, и люди имеют право на все. Но с другой стороны, в Библии написано, это грех. Честно говоря, на мой субъективный взгляд, давать вообще усыновлять однополым семьям детей не очень хорошо, потому что вырастают психологически неправильно сориентированные дети. Пусть меня простят сейчас все представители нетрадиционных ориентаций, и мужчины, и женщины, но мы страдаем от того, что у нас неполные семьи, и дети вырастают уже психологически больными, да, закомплексованными, с кучей проблем. Что говорит тогда об однополых бараках? Поэтому тут я считаю, что, в общем-то, конечно, по крайней мере, это нельзя ни стимулировать, ни пытаться расширить, ни прогрессировать. Что-то, возможно, будет. Но, с другой стороны, я не очень понимаю, как один закон сейчас обсуждается, а второй о том, что дать просто усыновлять детям, там идет полное неприятие, опять-таки, по политическим ситуациям.